В Нижневартовске подъезды двух домов перестроили в современном стиле. На смену старым бетонным установили стеклянные входные группы. Такой проект управляющие компании предложили сами жильцы. Узнав о приближающемся текущем ремонте крыльца, они заказали проект и, согласовав с другими жителями дома, пришли с ним к коммунальщикам. Средства на его реализацию взяли из фонда текущего ремонта, добавив прибыль дома с размещаемой рекламы. Теперь входная группа выполнена из фасадного алюминия и стеклопакета из многослойного бронированного стекла, что делает подъезд не только безопаснее, но и теплее. Пакеты толстые, идут бронированные. Теплопакет должен быть меньше, когда уже работы все закончены. Сегодня день подрядчик еще выполняет работу, да, где-то моментами пену еще не заделал, еще облицовку не сделал. Сделает обналичник, в подъездах будет теплее намного, чем было раньше.